Дерзкая и милая в одной комнате? Вряд ли из этого выйдет что-то хорошее. Наконец-то колледж. Начинается новая жизнь. Посторонись, милашка. Я первая. Ой, мамочки, от таких, как она, лучше держаться подальше. Но в своей комнате Ким никто не побеспокоит. Осталось только немного ее украсить. Розового много не бывает. А вот и новая соседка. Пора знакомиться. Не может быть. Опять она. Испугалась? Ну ты даешь. Эта хорошая девочка явно нуждается в плохом воспитании. Кстати, тебе не кажется, что здесь слишком мило? Учеба ждать не будет. Пора за уроки. Но у дерзкой соседки другие планы. Пятиминутка тяжелого рока. Пусть милашка Ким зубрит математику. У плохих девчонок нет времени на всякие глупости. И домашняя репетиция должна быть максимально громкой. Начали! Как странно. По прогнозу погоды не было никаких ураганов. Немедленно прекрати! У меня знания улетают. Но разве можно мешать юному дарованию? Хорошие девочки так не поступают. Так, спокойно. Пусть Меган репетирует. А учиться можно и в наушниках. Для знаний нет преград. Урок химии сегодня обещает быть очень интересным. Девочки, разбиваемся на пары и работаем над совместным проектом. Теперь мы не только соседки по комнате. Здорово, правда? Да уж, вот подарочек. Только никаких розовых перьев, договорились? Работа в классе кипит. Химия – это настоящее творчество. Кажется, этого не хватает. Мистер Райан всегда готов помочь своим ученикам. А дерзко-милый проект Ким и Меган почти готов. Учеба так сближает. Время на исходе. Пора оценивать результаты. Нет, девочки, это не золото. Двойка. Последний штрих, и проект готов. Смотрите, мистер Райан, это вулкан. На вкус ничего. А как насчет спецэффектов? О, да, какой новаторский подход. Переворот в мире химии. Это заслуженная пятерка. Ура! Мы это сделали, Меган. Обнимашки? Стоп, давай без нежностей. Подумаешь, пятерка. Меган, привет. Ну разве дерзкая девчонка признает, что знакома с такой милой особой? Да ни за что. Ребята? Да я ее не знаю. Наверное, очередная фанатка. Сейчас мы устроим ей первоклассный пранк. Эй, ты, иди сюда. И все-таки Меган хорошая. Даже пригласила в свою крутую компанию. Уже бегу. Но плохая девчонка своего не упустит. Спиной к ней лучше не поворачиваться. Ну, я побежала. Увидимся на уроке. А вот и первый пинок. Эй, за что? Все ясно. Это же подарок от Меган. Какая она внимательная. Настоящая подруга. Милая Ким в своем репертуаре продолжает верить в добро, несмотря ни на что. А у дерзкой девчонки сегодня очаровательная находка. Этот малыш был совсем один на улице. Как такого оставишь в беде? Ох, какой ты грязный. А знаешь что? Посиди-ка ты лучше на этой милой кроватке. Милашку Ким ждет очень грязный сюрприз. Малыш, ты чей? Нет, я тут совершенно ни при чем. Не знаю, как он здесь очутился. Давай мы тебя отмоем и причешем. Меган, посмотри, какой милый пушистик. Ким все что угодно испортит. Фу, даже нормального уличного пса превратила в гламурного песика. Какой же ты милый. Теперь тебя зовут малыш Бобо. Дерзкая Меган – чемпион по надуванию пузырей. А у милашки Ким на уме только учеба. Скукотища. Не надоело быть самой умной подругой? Звонок очень вовремя. Наконец-то. Постой, у тебя там… О, нет, села на жвачку. Да, вот это я влипла. Ты можешь надеть мои шорты? Серьезно? Что за цветастое недоразумение? Плохие девчонки не носят шорты в цветочек. Даже не уговаривайте. Но кажется, эту милую вещицу еще можно спасти. Нужно просто добавить немного черной краски. Зрелище не для слабонервных. О нет, что ты делаешь? Остановись. Мои любимые шорты. Были твои, стали мои. Спасибо, что выручила, подруга. И чего только не сделаешь ради дружбы. Калорийное питание – залог хорошей учебы. Милая Ким это точно знает. Привет, милашка. А это еще что такое? До сих пор играешь в куклы, Ким? О, вкусняшки. Ты же не против? Впрочем, какая разница? Объеденье. Манеры у дерзких девчонок? Не слышала.
Меган, может, хотя бы ложку возьмешь? Но пирожное вдвойне вкусней, если есть его руками. Похоже, у милашек тоже есть свой предел. Еще немного, и Ким просто взорвется. Меган, ну так же нельзя. Дай я тебе помогу. Так-то лучше. Ух, как гора с плеч. Приятного аппетита. Может, хочешь добавки? Она еще спрашивает. И побыстрее. Ммм, как же это вкусно. У дерзкой Меган свои секреты красоты. Ядерные бомбочки для ванны творят чудеса. Ароматно и немного ядовито. А после радиоактивного спа можно и отдохнуть. Привет, подруга. Никакая я тебе не подруга. Зачем откладывать на завтра пранк, который можно сделать сегодня? И женская душевая превращается в мужскую, а мужская в женскую. Это будет интересно. Привет, Джастин. Ой, мамочки, неужели перепутала двери? Бывает. А вот и женская комната. Упс, и здесь занято. Лучше бы я этого не видела. С меня довольно. Пожалуй, сегодня без душа. Так безопаснее. Что произошло с Меган? Неужели она поменяла свой дерзкий образ? Мама, папа, вот здесь я живу. Все ясно. К плохой девочке приехали родители. И она маскируется под милую скромницу. Только дочка, а это та самая двоечница? Не обращайте внимания. Пойдемте лучше, я вам столовую покажу. Как жаль, что Ким не понравилась родителям Меган. Но соседка совсем скоро станет прежней. Ура, родители уехали. Значит, можно не притворяться. Папа? Дочка, я тут очки забыл. Ким, срочно прикрой меня. Да, папа, я здесь. Какие же вы дружные девочки. Пока. Ура, милашка, у нас все получилось. На завтрак сегодня витаминный смузи. Рецепт очень простой. Побольше фруктов и молоко. Эй, соседка, мясо забыла. Меган, что ты делаешь? А подруга предпочитает более сытное блюдо. На завтрак сочная отбивная. Эй, осторожнее. Но у Меган черный пояс по кулинарии. Вау! А она профи. За 5 минут приготовила шедевр. Угощайся, не жалко. Да, после такого завтрака можно и без зубов остаться. Но не будем расстраивать Меган. Она же старалась. Ура, бьюти-час! И начнем с маникюра. А вот Меган не уважает пилочки для ногтей. Все это для модниц-милашек. Но ногти и правда нужно подровнять. Проще простого. Можно заточить коготки об стену. О, да! Какое блаженство! Бьюти-час! Все-таки неплохая идея. Меган, какую маску выбираешь? Маску? А это что еще такое? Конечно, для красоты. За мной. Смотри, как это делается. Наносим на лицо и хорошеем прямо на глазах. Хорошеем, говоришь? Это мы еще посмотрим. Как тебе такая маска? Мгновенно меняет внешность. Ой, мамочки, где моя подруга? Верни ее, злодей! Ох, Ким, нельзя же быть такой доверчивой. Обычный день в колледже. Ничего не предвещало беды. Кто же знал, что сегодня придет новенькая? Эй, вы! Отдавайте свой обед. Конечно, мэм. Угощайтесь. Приятного аппетита. Да что вы себе позволяете? Кто учил вас манерам? Но грозную Бетти не остановить. Эй, красотка, спорим, ты сегодня без обеда? Ну, это уж слишком. Это Меган, королева колледжа. И она не отдаст свое звание самой дерзкой девчонке. Упс, кажется, у Меган проблемы. Надо спасать подругу. Эй, Бетти, руки прочь от Меган. Это кукольные нунчаки. С такими хоть в темный переулок. Вау, Ким, ты просто прелесть. Подруги навеки. Конечно, Меган. А вот и ответ на старый пранк. Ей точно понравится. Понравилось наше новое видео? А с кем бы тебе хотелось подружиться, с дерзкой Меган или милой Ким? Расскажи в комментариях. И не забудь поставить лайк, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Не пропусти еще больше забавных скетчей на канале Трум-Трум Селект.